Здравствуйте, скажите, пожалуйста, беременна на 5 месяцев, говорят, угроза амниотических перетяжек. Какие проценты, что это случится? Иногда мы видим такое, и врач предполагает, вот, и здесь просто нужно внимательно наблюдать за ребенком. Я бы делал УЗИ здесь где-то раз, ну, то есть 5 месяцев, это где-то получается 24, наверное, недели. То есть я бы посмотрел в 28 недель ультразвук, в 30 недель посмотрел бы ультразвук. И вот по этим ультразвуковым исследованиям внимательно посмотреть за головкой плода, симметричная, несимметричная, есть какая-то асимметрия или нет. И внимательно посмотреть за ручками-ножками. То есть внимательно посмотреть, там, если брать ручку, то плечевую кость, кости предплечья, кости кисти, пальчики с одной стороны, с другой стороны, и ножки с одной стороны, с другой стороны. И если мы увидим, что где-то в 28-30 недель все хорошо, то вероятность того, что эти перетяжки могли каким-то образом нарушить развитие ребенка, она очень маленькая. Потому что обычно какие-то проблемы возникают, если вдруг в перетяжку попадает формирующаяся ручка или формирующаяся ножка только на более ранних сроках. А у вас уже срок достаточно большой, и, скорее всего, там малыш хороший абсолютно. Поэтому возможно, что такие вещи иногда бывают. Вот амниотические тяжи. В крайне редких случаях они могут создавать иногда проблемы, если в этом тяже запутывается формирующаяся и растущая, ну, как вот дерево, если, знаете, вот проволокой перетянуть, и вот, возможно, иногда бывают проблемы, но это бывает, к счастью, крайне редко. Поэтому я желаю всего самого хорошего, не волнуйтесь, я уверен, что все будет хорошо.